трогательный праздник в году отмечают в последнее воскресенье ноября. Мамы всех стран получают подарки от своих детей. В нашем регионе многодетные мамы, кроме поздравлений, получили награды, ордена и благодарственные письма от губернатора. В Ульяновской области в этом году такой чести удостоены сразу 27 женщин, три из которых были отмечены высшей наградой – знаком материнской славы. Одной из них стала мама из Корсунского района Лидия Погодина. В прошлом году в семье произошло горе, не стало любимого отца и мужа. Но Лидия Анатольевна не опускает руки, ведь у нее растут семеро замечательных детишек. Сама из многодетной семьи, я старшая в семье, у нас 5 детей, у меня еще маленькие есть сестренки, братишки. Я никогда в жизни не знала, что у меня будет столько детей. Я всегда думала, что у меня будет один. Но муж захотел вместе с мужем, решил. Анастасия Савельева, так же, как и Лидия, выросла в многодетной семье. Самому младшему сынишке всего 4 месяца. Он 6-й у родителей. Но глава семейства уверен, что их семья станет еще больше и еще счастливее. Самое главное, чтобы был мир, чтобы дети жили счастливо, чтобы, как говорится, они прожили эту жизнь лучше, чем мы. В нашем регионе почти 11 тысяч многодетных семей, и с каждым годом их становится все больше и больше. Возможно, что в скором времени большая семья уже не будет вызывать восторг и восхищение, а станет привычным фактом, подтверждающим важность семейных ценностей. Вы знаете, это уже норма, и в том числе растут семьи, которые приемные семьи. То есть у нас количество детских домов сокращается, и вы знаете, мы встречаемся с директорами детских домов. У нас прекрасные детские дома, но вы знаете, директора говорят, мы найдем себе работу, но самое главное, чтобы у нас все равно все дети с детских домов перешли в приемные семьи. Как отметил Сергей Морозов, награжденные помогают в решении задач высочайшей государственной значимости, в вопросах воспитания будущего поколения, уважения к старшим, любви к родине. Ведь именно этому учат любящие мамы своих детей. И именно на этом строится система семейного воспитания. Кристина Жакот, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.